Это проект «Давай оденемся» и я, Алена Милина. Программа о моде и стиле в нашем городе. Летний шопинг дарит столько положительных эмоций. Еще бы, ведь это и приятные покупки, и горячие скидки. Прямо сейчас расскажем, чем порадовать себя в эти летние дни. Какие скидки? У вас и так все вообще супер дешево. Хочется, чтобы звезды были примером. Лен, настоящее спасение летом. А где стиль? Я вам продемонстрирую обувь, которая подойдет для вечеринок, свадеб. Праздник уже здесь. Есть уникальное место в нашем городе, где невероятные вещи можно найти буквально за копейки. И я сейчас не шучу, ведь там сейчас летний сейл и скидки до 90%. С собой нужно лишь зоркий взгляд, чтобы найти те самые жемчужины для своего гардероба. Ребята, мы мадам Брошкина вместе с Линой. И это значит, что сегодня вас ждет обзор и крутая новость. Давай начнем сразу с крутой новости. Давай, у нас много нового, вы давно к нам не заходили. У нас супер скидки. Каждые 10 дней мы обновляем товар на скидки 20, 50 и 90%. Сегодня все покажем с ценами и с примерами. Лина, какие скидки? У вас и так все вообще супер дешево. Но еще скидки. Вы просто за копейки здесь оденетесь, и мы сейчас вам все покажем, да? Давай, поехали. Начнем с платьев. Платьица, например. Ух ты, белая. На праздник. Вот такое вот платье-комбинезон из муслина, из натуральной ткани, оно даже с биркой. На указан размер 42-44, но оно такое вот достаточно широкое. Подходит даже и на больший размер. Вау, то, что нужно как раз для лет. Сколько стоит? А вот сейчас посмотрим, 600 рублей. Мы уже тут нашли еще головные уборы. Собираемся, видимо, на какую-то вечеринку. Расскажи еще про этот головной убор. Это вязаная шапочка. Она очень актуальна вообще в целом в данном сезоне. Вообще мы пришли к очкам. Я уже вижу вот этот стиль. 1500, ребят, это надо срочно кому-то надевать. Да, тебе хорошо, кстати. Нормально? Берем? Ну, такие спортивные под какие-то велосипедные, что ли. В общем, спортивные очечки, тоже не знаю, как они с этой шляпой. Очень круто. Вишенка на торте, просто очки, праздник. Я называю их так, они стоят 600 рублей. Но когда вы их надеваете... Настроение плюс 100-500, да. Праздник уже здесь просто. Давай такой праздничный покажем. Праздничный вариант. Это для тех, кто любит что-то такое вау, экстраординарное. Такая штучка с корсетом. Его, в принципе, можно носить как юбку и без корсета. И корсетка, и без юбки. Она стоит 1000 рублей. Это желтый ценник. 50% она будет стоить 500 рублей. За корсет и за юбку 500 рублей? Да. С ума сойти. Вы сошли с ума просто. Корсеты сейчас актуальные. Юбки в пол сейчас актуальные. Можно снизить градус вот этой вот праздничности, да, просто надеть с какой-нибудь красивой белой рубашкой или топом, вы будете вообще супер нарядные. Лен, ты профессионал Лида. Просто. Да, я здесь. Так, и давайте хотела показать вам еще вот это платье. Оно из натурального льна. Вот такое длинное, шикарное. Оно будет стоить 3000. Вау. Это вот для тех, кто обожает такой стиль. Эпоха, да, все, он, мне кажется, вечный, классика. Лина хотела уже уйти, но я не могу уйти от этого роскошества. Посмотрите, какое классное платье. 500 рублей, и все, и вы звезда. Лин, ты хотела мне не показать это. Хорошо. Ну и мимолетом то, что Лина тоже не хотела мне показывать, а это, на секундочку, топ Victoria's Secret, и он стоит 300 рублей. Да, и по бирочкам можно посмотреть, что это все оригинально. Также у нас есть корсеты. Вот готовила его к съемке и решила посмотреть. Алена спросила меня, сколько он стоит. И, внимание, цена у него, где тут у него цена. В общем, давай убираем, он уже слетает с вешалки, потому что хочет, чтобы его примерили. Да-да-да, цена у него 500 рублей, но это будет скидка 90%, он будет всего 50 рублей. Вот
Вот такой комплект, то ли он спортивный, то ли он просто тоже пляжный можно, или можно просто в нем ходить, в принципе, кто смелый. Ну, 800 рублей, наверное, он стоит. Угу. А прошу обратить внимание, что здесь сзади вот есть такая сборочка. Пушап называется. Пушапчик. Будет у вас, знаете, какая? Пятая точечка, как орешек. Так, вот такая льняная юбочка. Вообще лен летом актуальный. Она почти как в пол, да. Угу. У нее цена была 450, и пока она без скидки, но скоро у нас круг обновится и будет со скидочкой. 450 рублей. Где вы видели такие юбки? Да. Так, это тоже новенькая, 450 тоже. Ух вот ты. Она такая вот вся. Вау. Интересно. Тоже такой стиль. А такая дешевая, блин, мне не нравится. Что она такая дешевая, да. Такую юбку хотела показать тоже. Прозрачная, сейчас прозрачная, актуально. Красиво. Слушайте, такую юбку вы можете даже сверху на какие-то брюки надевать, на платье, будет очень красиво. Или на боди тоже красиво будет. На боди. Интересно. 700 рублей. Еще хочу показать вам сумочки наши. Алена говорит, что это актуально. Конечно, деним и вязка, это актуально. Все вместе, она стоит 600 рублей. Хочу еще показать наши сумки, которые мы делаем на заказ. Это натуральная кожа, ручная работа полностью. Ее можно носить через плечо. В общем, такая вот она, тонкая кожа. Очень необычная форма, вот я заметила, есть еще такие, да? Да. Двойной. Можно носить ее и этой стороной, и другой, в общем, по настроению. А еще из новостей у нас появилась целый вот отдельчик детского. Ждем, когда нам освободят, будет целый кабинет с детским. И вот, например, по цене это крокит, шикарное платье на куда там на выпускные садики, на какие-нибудь утренники. 250 рублей. Вот такая курточка. У нее это села, у нее цена 400. Я заметила, что у Лины очень красивая вот такая вот прическа, резиночка. И хочется спросить, как это сделать, такой вот эффект. Вот такие пружинки-резинки. Вот у нас они причем очень по доступным ценам. 60 рублей за штуку всего. Хватает их надолго, навсегда. Они вечные. Вот и сразу же вместо обычного хвоста у вас становится что-то такое интересное. Меня все спрашивают, что такое, а что за прическа? Вот. В общем, если хотите, чтобы на вас обращали внимание и тоже спрашивали, ее можно намотать просто как резинку, можно намотать по всей длине. В общем, фантазии, насколько у вас хватит. Вот я заметила, что есть еще такие интересные. Да, есть такие интересные заколочки. Они типа переливаются. Рыбки, перламутрик. Как раз к лету. Самое то. Русалочка. Да. За что еще люблю мадам Брошкина, что здесь просто огромный выбор уникальных, эксклюзивных украшений. Это серьги в стиле Скиапарелли. Вот такие вот глазки. Этот же стиль. Тоже глаза. Я еще держу тоже очень шикарные изумрудные с перьями. Вот такой браслет на плечо, на предплечье. Вот у нас, как оно называется, со скорпиончиком. Да, в летних образах будет очень эффектно смотреть. Показать все здесь мадам Брошкина просто невозможно, поэтому лучше вам прийти сюда и выбрать время подольше, чтобы все рассмотреть. А к нам можно приходить хоть каждый день, потому что каждый день у нас новое поступление. Обновление скидок каждые 10 дней, то есть каждый день у нас разные интересные скидки и разные вкусные вещи по очень привлекательным ценам, даже без скидок. Обзоры из магазинов вы просто обожаете. А мы любим показывать вам стильные вещи, которые точно придутся по вкусу. Прямо сейчас наш стилист уже готов к обзору. Добрый день, меня зовут Мария Машатина, я персональный стилист. Сегодня мы с вами находимся в магазине верхней одежды за стилем, но здесь не только верхняя одежда представлена, но и летние варианты. Универсальные модели, которые прослужат вам не один сезон, давайте посмотрим. Хочу показать вам яркие варианты. Летний костюм в ярко-оранжевом оттенке. Это тройка, то есть вам не нужно думать, с чем его сочетать. И на самом деле вы можете его при необходимости делить и составлять разные комплекты. Здесь идут накладные карманы, кулиска, можно подчеркнуть линию талии. Также есть более спокойная цветовая гамма, это тоже тройка. В различных вариациях можно его использовать. Здесь сжатая фактура, и это очень на самом деле удобно, потому что если где-то что-то помнется, будет менее заметно. У данных вариантов брюки идут на резинке, они широкие, свободные, вам будет комфортно.
Костюм в стиле спорт-шик, очень яркий зеленый оттенок, по бокам идут лампасы. Его прекрасно можно сочетать с обувью как и на каблуке, и на плоском ходу. И сзади, обратите внимание, есть вот такой вот принт еще. Предлагаю обратить внимание на комбинезоны. Они в разной цветовой гамме, белые, серые и черные оттенки. Здесь есть вставка по линии талии, которая позволяет регулировать объем талии, что очень удобно. А по бокам есть карманы, очень хороший вариант как раз-таки на лето. Лен – настоящее спасение летом, и я предлагаю обратить внимание на льняные рубашки. Можно соединить и создать костюм. Брюки идут на резинке. И обратите внимание, что здесь асимметричный крой, интересно смотрится. Есть в голубом оттенке и в оливковом оттенке. Также можно сюда добавить брюки, они уже идут без резинки. И такой вариант у вас будет даже для работы, например. Также я хочу вам показать джоггеры. Они идут в цвете нежно-розовый и синий оттенок. В комплекте идет плетеный ремень. Их можно носить стопами, с футболками. Такой хороший вариант. Они хлопковые. Для летних вечерних прогулок я хочу порекомендовать вам брюки в стиле спортшик. Они идут на резинке, свободные, очень комфортные. Их можно сочетать с футболкой, премиум качества, хлопковые, с принтом. Ну и, конечно, можно добавлять головной убор и делать образ целостным. Также в магазине «За стилем» представлены джинсовки оверсайз в различной цветовой гамме с отделкой стразами. И их можно носить в летние вечерние прогулки. Ну и также они плавно перейдут в ваш весенний-осенний гардероб. А у меня для вас очень хорошее предложение. По промокоду «Девятка ТВ» на все летние позиции, которые сегодня показала, и не только, действует скидка минус 10%. Я приглашаю вас в магазин «За стилем» создать летние красивые образы. А с вами была персональный стилист Мария Машатина. До скорых встреч! Этим летом на наш город обрушился буквально звездопад. Это я про большие городские концерты знаменитостей. Вы слушали их песни, а наш стилист пристально следила за их нарядами. Прямо сейчас самое время обсудить их звездный стиль. Мы сегодня собрались вместе со стилистом, с Олесей Лукьяненко, обсудить образы звезд, которые приезжали к нам выступать как раз к 650-летию. Их было много, поэтому звездные образы прямо сейчас на разбор. Ну что ж, Лесь, с кого мы начнем? На самом деле я обожаю рассматривать всех звезд. У них всегда очень интересные костюмы. В детстве я подражала некоторым звездам и повторяла их костюмы. И первым делом я бы хотела начать с Юлианны Карауловой. Вижу, что у нее есть работа с стилистом, это сразу видно. По фотографиям я вижу, что стилист одевает ее в классические такие элегантные образы с нотками сексуальности, но увидев фотографию, где она в серебристой объемной куртке, я вижу, что она еще девчонка. Девчонка, которая хочет баловаться с образами, и ей это идет. Искренне посоветовала выбирать образы именно вот такие дерзкие, смелые. Ей это подходит. Ее фигура позволяет надевать практически любую одежду.
Более строгие образы, мне кажется, это связано как раз с тем, что она ведет программу, да, кто хочет стать миллионером, и там она хочет быть такой прям дамой-дамой. Давай вот обсудим образ, которым она выступала именно в Кирове на дне города. Блестящие полупрозрачные брюки и укороченный жакет с объемными плечами. Образ классный, я не спорю. Объемным укороченным жакетом даже в Кирове никого не удивить. Ну и полупрозрачные блестящие брюки, я думаю, что сейчас есть в гардеробе у каждой третьей девушки. Давай так. Вот. Мне хотелось большего. Она, значит, записала у нас в одном из отелей нашего города вместе с Иванушками. Они там записывали ролик, да, в преддверии того, что она делает кавер на их популярную песню. Вот как тебе ее образ там? Total Denim сейчас популярен. Хорошая рубашка с необработанным краем, джинсы с рваными коленями, кроссовки. Вроде бы все неплохо, но как будто бы скучновато, согласись. Хочется либо джинсы пообъемнее, пошире, чтобы они там со складками на обуви были, либо рубашку полурастегнутую, например, с кроп-топом под низ или как-то брошами, может быть, украсить рубашку. Я понимаю, ей, наверное, она просто устала собирать образы вот эти сценические, и ей хочется, наверное, простоты. Хочется, чтобы звезды были примером для нас, для девчонок. Следующий у нас на обсуждении – это группа «Братья Гримм», точнее, один брат – это Костя Гримм, который приезжал к нам на Хлынов Фест. Лесь, что скажешь про его образ? Здравствуй, лето! Солнечным теплом наша жизнь до осени. Косте сразу видно, где он сам одевался, а где его одевал стилист. На сцене есть фотографии, где он просто обычный простой парень в розовой рубашке, в голубых брюках, в белых кедах. Ничего особенного. Ощущение, что он сам, потому что на других фотографиях, где фотосессия, тут явно присутствует работа стилиста, хорошая работа стилиста. Мне нравится, что здесь очень много стилистических приемов, но на сцене он как будто бы обычный такой свой парень. Может быть, в этом и фишка, он хотел быть ближе к людям. Я тогда считаю, что и на фотосессиях надо тоже эту марку держать. Если ты хочешь быть ближе к людям, то на фотосессии делай такие же кадры, в таких же образах. Он приезжал к нам на Хлынов Фест в этом образе, а потом через неделю он опять выступал в другом городе и опять в этом же самом образе. Звездам, если у него контент только с концертов, лучше всего, мне кажется, что менять, да, образы, потому что такое ощущение, что это просто вот единый один большой такой концерт, который просто был через неделю вновь повторился. Ну, конечно, вот как минимум рубашку стоило бы поменять. Мы все взрослеем, Костя тоже стал очень мужественным, и поэтому ему по статусу положено немножечко сменить образ. Он начал носить жакеты, но за счет того, что он рыжеволосый, ему яркие оттенки очень идут. И еще к нам в город на День молодежи приезжали Хамали и Наваи. Прямо сейчас мы обсудим, конечно же, их образы тоже. Дура, потому что по ночам подушку плачет и опять скучает Аня. Хамали молодец, у него классный монохромный образ, но сюда бы я еще добавила какую-то цепочку удлиненную для такого большего многослойного эффекта. А Наваи как будто бы тоже не постарался. Белая чистая футболка, белые брюки и на этом все. Песни хорошие, а образ немножко не дотянул. А где стиль? Над образами тоже надо работать. Если у тебя такая профессия, это, наверное, один из важных пунктов. Хотя Хамали на съемках, у него там очень красивые сложные комплекты. Наваи, наверное, просто не парится, ему комфортно ходить в футболках, в бомберах. И, в принципе, он, наверное, думает только действительно, как привлечь внимание песнями. И на ты, на ты, на да, ты, да, на да, ты. Да, так да. Зацепило. Но почему-то эти образы не зацепили. Да, образы не зацепили, к сожалению. Наш город так готовился к этому празднику. Он так преобразился. Позвали таких популярных
певцов, и хотелось, конечно, от них отдачу тоже получить. Зато мы хорошо провели время на концерте в любом случае. А теперь перейдем к обуви, шикарной на выход. Кстати, те модели, которые вы увидите в следующем сюжете, можно будет сочетать и потом. К примеру, с верхней одеждой на светский раут. Всем добрый день! Сегодня мы находимся в салоне «Союз обувь», который находится в торговом центре «Росинка», второй этаж. И сегодня с вами я, стилист Оксана Андреева, также являюсь основателем бренда стильной женской одежды. И так как сейчас лето, я вам продемонстрирую обувь, которая подойдет для вечеринок, свадеб, а также которую можно обыграть и, допустим, на какие-то мероприятия осенью или зимой. Стильные туфли с принтом. Красивый цвет. Их можно добавить как к платью, так и к брючкам. И создать очень стильный образ. Эти туфли мы замиксуем в образе с серым костюмом. И у нас получится монохромный образ. Сюда же мы добавим серый тренч из норки. И образ будет завершен. Прямо сейчас вы увидите полный образ на модели Оксане Кайгородцевой, которая является заведующей салона «Меховая мода». Следующий прекрасный вариант – туфельки. Классный тренд – это бант. Каблук невысокий, очень удобно будет при ходьбе, и ножка не будет уставать. И эти туфли мы добавим к бежевому костюму и к шикарной шубке из соболя. Шикарные модели босоножки. Бант у нас представлен спереди. А еще такие босоножки есть вот в таком исполнении, где бантик у нас так сзади, очень красиво. Эти туфли мы подобрали к розовому костюму, бермуды и шикарный двубортный пиджак. А также добавим верхнюю одежду. Это вы увидите уже на модели. Следующие туфельки шикарные, тренд на прозрачность, а также здесь стразы, которые очень классно блестят. И эти туфельки отлично подойдут к белому костюму, а, например, зимой можно добавить туда еще и белую шубку. Все эти и другие модели обуви вы можете приобрести сейчас со скидкой 30% в салоне «Союз обувь». А с вами была я, стилист Оксана Андреева. Пусть летний шопинг приносит только положительные эмоции. С вами была я, Алена Милина, и проект «Давай оденемся». Увидимся ровно через неделю.